Семен Радулов став першим в історії українцем, який здобув золото на світових змаганнях з пляжної боротьби. Не дивлячись на те, що наші спортсмени дебютували в цьому виді спорту, першість на чемпіонаті, який проходив в турецькому місті Дальян, виборов представник клубу «Мангуст». Команда поїхала в составі 6 чоловік, і 6 чоловік троє зайняли призові місця. І що приємно, у нас є чемпіон, чемпіон міра Семен Радулов, весової категорії 70 кг. Возрастна група взрослі. Занял первое место, выиграв 4 поединка и очень напряженный финальный поединок с иранцем. А также 2 спортсмена в возрастной группе до 20 лет стали призерами. Серебряным призером стал Галет Андрей, и бронзовым призером стал Магомед Закариев. Нелегкий труд был выиграть эту победу, особенно в финале. Я, по-моему, боролся с иранцем. Иранец тоже опытный спортсмен, тоже он занимается вольною борьбою і прошлогодній чемпіон міра по пляжній борьбі. На цьому спортивні досягнення одеситів не закінчилися. Зі світових змагань з греплінгу та греплінгу ГІ, що проходили в столиці Азербайджану, представники клубу «Мангуст» привезли відразу 7 медалей. У місті Баку золото взяла Галина Ковальська. Дівчина внесла в клубну скарбничку і бронзову медаль. Я выступала в 2 разделах, в разделе ги и ноу-ги, то есть в кимоно и без кимоно. Без кимоно я заняла 3 место, в кимоно 1. Насчет тренировочного процесса, ну, подготовка к любым соревнованиям – это сложный процесс, не только физический, а психологическая подготовка, тактические продумывания борьбы. Действительно, оба чемпионата были проведены на очень высоком уровне. И представительство стран на первом чемпионате по пляжной борьбе их было более 20. И на чемпионате мира по грэпплингу было 32 страны. Для, скажем так, недавно прогрессирующих видов спорта это внушительное количество стран. И качество спортсменов обоих чемпионатов, конечно, приятно удивило. Цілу колекцію медалей спортсмени завоювали по дорозі додому. Повертаючись з Баку до Одеси, взяли участь у всеукраїнських змаганнях з панкратіону у Херсоні. Там було 4 розділи. То же саме греплінг, бразильська джиу-джитсу, ММА і традішн. В общем, нас поїхало 25 чоловік. Наша команда заняла 2-е общекомандное место, 36 медалей, 12 золота, 16 серебра и 8 бронзы. То есть считаю, что наши спортсмены достаточно подготовлены и могут дальше продолжать выступать на чемпионатах Украины. Ну, и там уже по возможности, если займут как бы 1-е места, то можно дальше с ними работать и ездить на чемпионаты мира. Юрій Кохно, Наталя Савчук. Новини GNews.